Ребят, всем привет. Приехал сегодня прогуляться с собачкой на лыжи и по полю. Пойдем прогуляемся. Может, до речки дойду, бобров посмотрю. Так что пойдем со мной прогуляемся. Вот собака идет. Ну, чуть-чуть проваливаться. Местами где-то побольше. Когда тихонько идет, нормально. Пытается быстрее до самого брюха валиться. Вот. Да, леди? Иди тихонечко, иди. Так что, ладно. Идем, нам еще 4 километра идти по полю. Так, ну все-таки мне улыбнулась удача. Давно не проверял. И смотрите, ребята, у нас волк попался. С почином, друзья. Вот так вот. Это хорошо. Волк сидит. Вот у меня здесь была привада выложена. Вот, лисы роют. И все-таки попался. Вот. Отлично. Ну что, рюкзак я взял с собой. В надежде, что что-то есть. И так и есть. Сегодня еще собака со мной. Сейчас посмотрим на ее реакцию. Так, ну что, иди, иди сюда. Иди. Иди сюда. Давайте мы его. Вот он. Пытался тут что-то. О! Весь он вкалел. Вот такой волчара. Что? Чего ты боишься? Так, ну что, освобождаем его и вынесем на чистое. Так вот, несу волка. Не надеялся, конечно, что он попадется. Но все-таки мы добыли. Волк небольшой. Но даже небольшой. Это такая это вещь. Не знаю, как ей объяснить. Волка поймать не так легко. Ну, по крайней мере, это я так думаю. Да так и есть, потому что зверь очень хитрый. Я специально не стал, ну, долго не посещал приваду. Чем чаще посещаешь, тем вероятности, что попадет зверь, меньше. Так что, ладно, потихоньку выдвигаемся к машине. Фу, вроде небольшой волк, а тяжелый. Так что, идем к машине. Так, ребят, такая ситуация. Только вот вышел из леса. Волк-то вроде не тяжелый. Ну, как бы уже метров, наверное, 500 я отошел. Даже меньше. И у меня сломалась лыжа. Короче, она держится за счет шкуры еще. За счет камуса. Вот. Иду тихонечко. Видите, как бы по своей лыжне не так сильно и валюсь. В поле снег держит. Так что опять с приключения все началось. И с неожиданностей. И радостно, и грустно. Радостно от того, что все-таки я поймал волка. Грустно то, что я на данный момент остался без лыж. Вот. А у нас сезон еще не закончился. Это очень обидно. Ну что делать? Тихонечко идем. Продвигаемся к машине. Так что приеду домой. Взвесим волка. Хотя бы так прикинуть, сколько он на вес. Так что смотрим, не переключаемся. Нет, сюда вообще не держит. Чуть он ползем, что собака по пузо ползет. Я иду еще на ломаной этой лыже. Валюсь. Фух. Вот так вот, ребят. Прошли половину пути. Еще 2 километра. 2 прошли, еще 2. Фух. Ладно. Идем. Чуть дошел. Держим. А то вода с собой попить, термос, все в рюкзаке. Не стал уже снимать.
потому что пришлось бы снова все это. Да. Как там, что там? Фу. Куда уходит? Не могу понять. О. Так. Ну ничего, главное, вышел. А то, говорю, лыжа. Хана лыжа. Так. Как там в комментариях писали про лесу? Голыми руками лучше не трогай. Так что не будем голыми руками трогать. О! Так вот. Положим вот так вот. Оп. Вот так вот. Фу. Наконец-то я вышел. Так, секундочку. Пить охота. Хорошо. Фу. Еще ветрище вот такое. Против ветра пришлось топать. Сейчас заведем машину пока. Вот она сломалась в этом месте, но за счет шкуры еще держится. Так и шел, так она сгибалась. Так и шел. Все, надо новые лыжи делать. Взвесим, посмотрим, сколько весит волк. Так, интересно. Так что поехали. Так, ну что, взвесим. Двадцать четыре триста. Понравилось видео, ставим пальцы вверх и видите, ставьте, все-таки видите, добился и волк мне попался. Вот так вот. Ладно, всем до новых встреч, пока-пока.